Всем привет, друзья, с вами Лер. Сегодня мы будем проходить вот такую вот интересную игрушку под названием Спрут. Как видите, она нарисованная руками. Может быть и не руками, неважно. Ну, в общем, она очень интересная. Надеюсь, что вы меня хорошо слышите, потому что громкость в этой игре настроить очень сложно. Тут как бы нет такой возможности. Тут вообще в меню нет такой кнопки настройка. Тут просто Play, Quit и Credits. То есть как бы нельзя тут настроить громкость и экран. Поэтому просто давайте нажмем Play. Смысл этой игры... Я даже не знаю смысл этой игры. Тут, видимо, надо вырастить свое дерево или что-то еще. Вот как бы появляется наш то ли боб, то ли кокос. Как бы падает с пальмы. И нам, видимо, нужно в дальнейшем развить судьбу этого кокоса. Я могу управлять камерой. То есть могу как бы вправо. Я, видимо, должен решить... Так, и вот сейчас я должен решить, куда нажать. Я могу двигать камеру вправо, могу двигать камеру влево. Могу нажимать на кокосик. На остров. Нет, на остров я нажимать не могу. Могу нажимать... Вернее, могу двигать влево. То есть, как бы, надо решить, из чего это семечко. Мы должны определить, кем вырастет наше с вами дерево. Тут овечки пасутся, жители живут своей жизнью, домики какие-то. Мертвая пустыня. Водопады. На это я нажать пока что не могу. Так, я, видимо, должен нажать на кокос просто. Просто на кокос. Потому что здесь пока что я ни на что не влияю. Вот здесь. Здесь я просто двигаю камерой. Я слышу просто, как мимекают овцы. И вот сюда дальше я не могу. Дальше острова я двигать влево тоже не могу. Так, хорошо, давайте нажмем на кокосик. То есть как бы выросла пальма и поплыл кокос. Кокос доплыл и раскололся. И вот теперь нам дается выбор. Решить, что будет следующим. Кокос или вот это вот растение, это что? То есть как бы тут еще одна пальма вырастет или вот непонятная. Ну давай, раз уж начали с пальмы, то еще пальма. Поплыл обратно. О! То есть я могу здесь теперь это посадить. А если я еще раз пальму сделаю, то он тоже поплывет обратно. А давайте вот это растение вырастим на том острове. То есть, я понял, с помощью кокоса можно перемещаться. Кокос, он как бы перемещается. Кокос, он перемещается. Теперь же давайте это растение здесь вырастим. Это у нас... одуванчик. А, это ни на что не влияет. То есть это просто появляется и все. Его тут сдувает. Хорошо. Давайте тогда обратно и снова там одуванчик делаем. То есть, видите, наша задача решить дальнейшую судьбу нашего семечка. Может быть, это какой-то биологический вид, который может принимать форму любого семена. Так, здесь одуванчик, и посмотрим, куда он полетит. Ни хрена себе, как он далеко полетел.
Так, либо снова кокос, либо семечко. Ну, давайте, мы начали с кокоса. Так, сейчас он упадет вот сюда, к яблоне. Или это не яблоня? Это не похоже на яблоню. Это какая-то растущая на дереве картошка. Судя по рисунку. Ну, давайте картошку выращивать на дереве. Почему бы и нет? Или это вообще помидоры? Так, это нам ничего не дало. Мне кажется, с помощью этого мы снова заберемся сюда. То есть снова сюда улетим. Да. О, то есть теперь мы можем как бы здесь вырастить яблоню или картошку. Она розоватого цвета. Так, давайте здесь еще раз вырастим кокос. Посмотрим, что это даст. Да, в принципе, это ничего не дает. Так, тогда давайте здесь вырастим яблоню. О, овечка пошла. И сейчас будет хавать. Ты чё, насрала, что ли? Она, видели, она выкакала наш боб. Такая взяла, сожрала. Давайте этого тогда, чтобы улететь отсюда. Очень интересно. И теперь, по идее, эту овечку постригут, да? Так, кем мы будем здесь? Конечно же, кокосом. Всегда начинаем с кокоса. Только это ничего не дает. Можно опять же с яблони, но мне кажется, тут надо яблони делать, поэтому давайте этого сделаем. Я вернулся обратно. Если я сделаю кокоса, я упаду в яму. Да? Я сломал реку. Мне кажется, надо два раза сломать плотину, и тогда течение меня унесет. Так, а если я тут яблоню сделаю? Ого, человек посеял эти семена. Так, а если здесь яблоко? Заметили, мы всегда возвращаемся в ту же самую точку. Ну давай, я понял, тут надо это... Кокосиком это сломать. Надо еще раз. Еще раз сюда улететь и сломать. Наконец-то. Блин, какое подлое дерево. Люди строили плотину, а кокос его ломает. Да, я, наверное, потом буду в кактус превращаться. Так, кокос. Так, кокос тут ничего не делает. Яблоня. Прилетела птичка. И куда-то нас унесла. В принципе, понятно. Кокос. Мы опять же спустились в пути реки. О, горох. Теперь мы еще и горохом можем быть.
Будем по очереди все кликать. Нам нужно что-то, что... Вернее, на что среагирует эта птичка. Наверное, она среагирует на яблоки. Нет, на горох. А, горох перенес нас сюда. Если я нажму кокос, то я упаду снова вниз. Наверное, так. Яблоки. Да. Нихрена себе, птицы все. Стой. В общем, тут надо обратно уже лететь. И куда теперь? Теперь сюда. Может быть, здесь надо кокос, чтобы скатиться вниз? Точно. И прямо в реку. А нет. Не в реку. Так, здесь давайте тогда... Яблоко, что ли? Правда, яблоко тут ничего не дает. Так, и это. А, может, тут надо это? Горох. Так, вот здесь надо яблоко. Что, птичка среагировала и что сделала? Принесла нас обратно. Эй, я не туда хотел. Я не туда хотел. Так, может, тут надо горох, чтобы ее скинуть? Нет. А если тут яблоко? Тут явно кокос, чтобы скатиться вниз. Тут точно не яблоко, точно не горох. Значит, тут кокос. Да. Может, теперь горох? Тут какая-то последовательность, но я не совсем понимаю, какая. Так, может быть, теперь еще раз. Так, давай это теперь. Тогда яблоко. Мне надо как-то дальше переместиться, вот, на тот берег. А, мне надо кокосом туда подлететь, я понял. Мне надо вот сюда подлететь кокосом. То есть вот отсюда кокосом подлететь и все. Надо, чтобы птица меня сюда перенесла. Достижение за Octopop. Точно. Орех. Все, мы теперь ореховое дерево.
Ни хрена себе. Ореховое дерево, которое вырастило пальму. Пальму, яблоню и этот... Господи, как... Что это за ореховое дерево такое? Ну, в принципе, я выиграл. Это очень простая игра. Простая, тут вообще ничего сложного нет. Она и... Тут и рисовка забавная, и это... А тут может быть интересно другой вариант. Так, я кто? Он говорит, я кокос. Рэй, ты кокос. А я могу быть орехом? Орехом? Орехи там. Вот тут орехи растут. Блин, далеко. Точно. Я буду кокосом, и с помощью кокоса... И с помощью кокоса я тут доберусь. Простенькая игрушка, она в Стиме бесплатная, если что. А если я тут нажму это? А, он обратно идет. Мне вот просто интересно, тут может быть другой вариант какой-то прохождения? Или тут все одинаково? Такой, я яблоко. Такой, о, круто. Я вряд ли тут, скорее всего, один вариант прохождения. Я просто подумал, вдруг тут это... Вдруг тут, допустим, можно приземлиться где-то не тут, а в другом месте. Хотя, фиг его знает. Ладно, достижение за прохождение мы получили. Давайте на этом закончим. Это очень коротенькое видео, потому что игра тоже очень коротенькая и простая. Рисовка тут забавная, смешная. Ну ладно. В общем, на этом закончим. С вами был Лиар. Игрушка называется Спрут. Если кому интересно, она называется Спрут. Напоминаю, в Стиме она бесплатная. Можете ради интереса поиграть. А пока что, всем пока.